Республика Коми полностью погасила облигационный займ 2017 года. Об этом в своем аккаунте в Телеграме сообщил глава региона Владимир Уйба. Сейчас у республики осталась только задолженность по бюджетным кредитам, привлеченным из федерального центра. Что важно, бюджетные кредиты привлекаются под достаточно низкие ставки от 0,1% до 3% годовых. В отличие от дорогих коммерческих заимствований и являются целевыми. Средства от полученных бюджетных кредитов ранее были направлены на ремонт автомобильных дорог и реализацию инфраструктурных проектов. Еще часть средств бюджетных кредитов позволила в 2021 году погасить долговые обязательства, полученные от кредитных организаций.